Приветствую аудиторию и предлагаю итоги матча на Евро-24, в котором под проливным дождем в Дортмунде встретились Турция и Грузия. Первые 30 минут прошли с серьезным игровым превосходством сборной Турции, которая играла в позиционную атаку с владением мячом, доходившим моментами до 75%. Однако даже при таком ходе матча у грузинской сборной был один очень опасный момент, когда мяч после рикошета чуть не попал в ворота турецкой команды. Тем не менее, счет вполне заслуженно открыли турки. Прекрасным дальним ударом отличился защитник Мильдюр на 25-й минуте. И буквально вскоре турецкие футболисты праздновали второй успех. Но гол был отменен ВАРом по причине офсайда. С 30-й же минуты наступило время сборной Грузии, которая практически завладела инициативой, забила гол на 32-й и отодвинула игру от своих ворот до конца тайма. И имела даже шанс на второй мяч ворота соперника. Но не случилось, и счет первой половины остался ничейным – 1-1. Исход второго тайма был решен за счет турецкого игрока мадридского Реала Арды Гюлера, который смог воплотить первоначальное игровое преимущество Турции в потрясающий по красоте гол на 65-й минуте. После этого эпизода уже Грузия постепенно завладела инициативой, заставив турецкую сборную в концовке думать только о защите своих ворот. Но несмотря на реальные голевые моменты, забить в итоге, к сожалению, не удалось. Третий же мяч грузинская команда пропустила после того, как голкипер Мамардашвили отправился помогать своим партнерам на розыгрыше углового в конце матча. Хвича Кваратскхелия провел неплохой второй тайм и был лидером на поле, создав ряд моментов для партнеров, но турки играли против него весь матч очень цепко. В целом же сборная Грузии полностью поверила в себя и раскрепостилась после своего ответного гола в первом тайме. В дальнейшем, показав хороший футбол против сильной по именам сборной Турции и при адекватном судействии судьи из Аргентины. Только, к сожалению, окончательный счет получился не очень красивым.